привет! А баба Вера опять с вами. Вы за мной не соскучились? А я за вами соскучилась. Но сегодня опять я выполняю ваши просьбы. Людям нравится, когда я делаю реакции. Вот я и стараюсь. Да, пишут, что опять эта бабка делает в Ютубе. Вы не поверите, живу я здесь. Так что, ребята, даже не зацикливайтесь и не спрашивайте. Спросите у меня, я всегда отвечу. А сегодня у нас две Маши. Корабль печали. Примеры клипа, я думала, аудио. Нет, клип будем сегодня смотреть. Так что, поехали. Ой, боже, что такое? Шкатулка какая-то. Оу! Что это их так подсвязывает? Мы распадались столько дней и ночей. Ты находил, терял, и я была ничей. Что теперь будет с нами, неизвестно нам. Мое сердце вдребезги пополам. Мы намели с тобой, дорогой, мы намели. И столько нам намели, а мы поверили. Нам бы надо любить, а не верить им. И может мы когда-то это с тобой возвратим. Я не плачу, но так хочу. И к одному плечу лечу. Наш корабль зовут печаль. И на сердце моем теперь твоя печать. Я не плачу, но так хочу. Мысленно быстро так рисую я воспоминания. Без тебя я не я, без тебя не знаю я правила движения, чувств своих. А ведь совсем недавно нам хотелось все на двоих. Я посвящаю тебе каждый день и каждый стих. И вот бы ветер затих, чтоб мы не слушали напрасно их, не верили их радости наигранной за нас двоих. Теперь нас нет, всем стало проще, и ты им веришь. Нет, не верю я, нет, нет, не верю я. Нет, не верю я, нет, нет, не верю я. Нет, не верю я, нет, нет, не верю я. Нет, не верю я, нет, нет, не верю я. Я не плачу, но так хочу. И к одному плечу лечу. Наш корабль зовут печаль. И на сердце моем теперь твоя печать. Я не плачу, но так хочу. И к одному плечу лечу. Наш корабль зовут печаль. Сердце моем теперь твоя печать. Нет, не верю я, нет, нет, не верю я. Нет, не верю я, нет, нет, не верю я. Нет, не верю я, нет, нет, не верю я. Нет, не верю я, нет, нет, не верю я. Нет, не верю я, нет, нет, не верю я. Нет, не верю я, нет, нет, не верю я. Нет, не верю я, нет, нет, не верю я. Нет, не верю я, нет, нет, не верю я. Мне так понравилось, такой вокал у них, вокал в одной и речитатив в другой, так, знаете, вот создают такое вот звучание. Мне очень-очень понравилось, такое простое видео, без всяких прибамбасов, выделасов, без голых поп, такое вот... Слушаешь, смотришь, слушаешь и восхищаешься ими. Хотя их там связали проволокой, вы видели. О, ну, куда денешься? Они столько перенесли на них, сколько грязи вылили. О, а теперь, конечно, все перенесли и продолжают дальше петь. Молодчины. Особенно, знаете, под водой как глянула, такие кадры красивые. Так, о, прям молодцы, молодцы. Классно смотрелось. О, короче, понравилось все, и музыка, и постановка, да и песня сама крутая. Так что молодцы, Маши, Машули, Машуни, как хочешь можно назвать. Так что пока-пока, до новых встреч!
Баба Вера, 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 баба Вера.